Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня у нас для вас особенная программа. Вы услышите проповедь, которую я проповедовал прямо сейчас, здесь, в этой студии. Мы каждый день ведем живые эфиры и выкладываем их в Facebook и на YouTube. Кстати, если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно сделайте это. Мы выкладываем видео с посланиями со вторника по пятницу. И также мы транслируем наши служения по воскресеньям. Вы имеете возможность смотреть наши специальные послания и наши молитвы. Это нельзя пропустить. Сегодня вы услышите мою проповедь в рамках серии «О последних временах». О том, что порой современную западную церковь можно сравнить с церковью в Лаодикии. У них было все. Также и мы с вами имеем все ресурсы, все доступные современные технологии. Но так часто нам не хватает духовного видения, поэтому нас легко можно сравнить с Лаодикийской церковью. Я верю, что Бог призывает нас привести свою жизнь в соответствии со Словом Божьим. Это послание принесет вам благословение. А после этого я хочу помолиться о вас, чтобы Бог коснулся вашей жизни и снова зажег вас своим огнем Святого Духа. Пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Введите служение «Рассвет пробуждения» и нажмите «Подписаться». Если вы нажмете на звоночек, то оповещения будут вам приходить каждый раз о том, когда мы будем выставлять новое видео. Также вы можете нажать на «Нравится» под нашей страничкой Facebook. Сегодня мы будем говорить об одной из церквей в книге Откровения в 3 главе, а именно о церкви в Лаодикии. Почему я выбрал именно эту церковь? Потому что она во многом похожа на многие современные церкви в западном мире сегодня. На многие церкви. Я не говорю, что абсолютно каждая церковь сейчас похожа на лаодикийскую. Я вообще не люблю обобщать. Сегодня много прекрасных христиан и много пасторов и служителей, которые говорят для Бога и горят для Него, которые проповедуют истину. Так что я вовсе не один такой, кто говорит истину. Конечно, нет. Но мы являемся глазом Божьим, и мы осуществляем Божье поручение проповедовать истину по всему миру, проповедовать Евангелие народам. Мы достигаем для Христа множество людей. На прошлой неделе я делился с вами, что мы транслировали нашу программу в Пакистане. И 29 мусульман обратились к Иисусу Христу в молитве покаяния. Это произошло через трансляцию нашей телевизионной программы. А до этого в марте мы были в Израиле. На самом деле, когда все эти страшные события начали разворачиваться по всему миру, мы в тот момент были в Израиле. И тогда буквально сотни людей, я не преувеличиваю, потому что это происходит через телеэкран. Сотни людей получили свое исцеление. Мы получили огромное свидетельство об исцелениях. Об исцелениях костей и мускул. А также люди получали исцеление слуха. И также мы получили много свидетельства об исцелении через телевидение ТБН «Россия». И поэтому мы проповедуем Евангелие. А когда проповедуется истинное Евангелие, происходят чудеса. Иисус высвобождает силу. Дух Святой подтверждает проповедуемое слово знамениями и чудесами. Я хочу показать вам одно место Писания
и затем я покажу вам еще одно свидетельство. Может, вы не видели это свидетельство вчера? Оно длится всего одну минуту. Мы покажем его позже. А сейчас вам место Писания, Откровение, глава 3, стих 14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, зная твои дела, ты не холоден, не горяч. Если ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну на тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, покайся. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Это слова Иисуса, переданные апостолом Иоанном. Он в любви обличает эту церковь. Он призывает эту церковь покаяться и оставить самодовольный образ жизни, прекратить идти на компромисс со Словом Божьим. И я верю, что в это время Бог имеет послание для церкви. Особенно это касается западного мира. На церковь настолько слилась с этим миром, что ценности мира стали ценностями, которые имеют люди в церкви. Я не говорю, что это касается всех. Но это касается многих. То, что важно для них, это то, что важно и для этого мира. У них сильно извращена система ценностей. Это касается разных сфер. И сейчас мы с вами прочитали о том, то, что Иисус дает строгое предупреждение Лаодикийской церкви. Уверяю вас, многим не нравится, когда с ними говорят строго. Они хотят слышать лишь то, что приятно для их ушей. Но я не из тех проповедников, кто любит ласкать чей-то слух. Я предпочитаю проповедовать истину, потому что я знаю,
что именно истина приносит людям свободу. Истина делает проституток свободными. Истина освобождает тех, кто оказался в плену у наркотиков и любой другой зависимости. Истина преображает людей, наполняет их любовью. Всего в книге Откровений перечислены семь церквей. Все эти церкви были расположены в то время в Малой Азии, все это сейчас территория современной Турции. Я как раз был там на прошлой неделе. Итак, эта церковь была расположена в этом регионе. Лаодикия находилась настолько популярном месте, что туда приезжали и там жили представители разных народов. Ее можно сравнить с сегодняшним Нью-Йорком или Токио, или Лондон, популярный город, в котором были представители самых разных национальностей. Эта церковь обогатилась, она была полна ресурсов, и они считали, что они ни в чем не имеют нужды, потому что внешне казалось, что у них действительно все очень хорошо. У них была лучшая звуковая стереосистема. У них была лучшая телевизионная станция. Я описываю положение той церкви, используя современные категории. У них было все самое лучшее. И мне тоже нравится, когда у нас есть хорошее оборудование. Это хорошо, когда у вас отличное оборудование, и когда вы делаете все, что только можете. Когда вы стремитесь, чтобы все было идеально, это хорошо, но в то же время они забыли о другой части, о духовной части. Они забыли о помазании и о том, что нужно угождать Богу. Они начали идти на компромисс со своими ценностями и идти на компромисс с истиной. И тогда Иисус сказал им: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден и горяч. Иначе говоря, Иисус сказал церкви: «О, как бы мне хотелось, чтобы вы были посвященными мне, чтобы вы приняли решение в своей жизни, либо я служу Богу, либо я служу дьяволу. Нет дороги посередине, нельзя быть и там одновременно». Как однажды сказал Иисус, Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». Вы должны сделать личный выбор. Ваша церковь не может принять решение вместо вас. Я не могу принять это решение за вас. Я не могу это сделать за вас. Каждый человек должен принять для себя личное решение. Иисус обратился к этой церкви и сказал: «Вы думаете, что у вас есть все, что вам нужно? Вы приняли мирские ценности и живете с ними». Иисус сказал им: «Ибо ты говоришь, я богат, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А потом он показывает, как эта церковь выглядела в глазах Бога. «А не знаешь, что ты несчастен?»
и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Звучит как строгий выговор, не правда ли? Но почему Иисус к ним так строг? Где же здесь любовь? Дело в том, что проявление истинной любви — это не просто, когда тебя гладят по головке или леют. Конечно, наш Бог также нежный Бог. Он заботится о нас как отец, с особой нежностью. Библия говорит, что Бог есть любовь. Но одно из проявлений любви — исправление. Когда Он обличает нас в любви, кто из родителей? Отзовитесь, родители. Кто сейчас нас смотрит? У вас есть дети? Маленькие дети. Это могут быть девочки и мальчики. И вот вы видите, что они делают что-то очень плохое, крайне ужасное. Они запутались, сбились с пути. Разве вы не станете корректировать их поведение? Просто потому, что вы их любите. О, я так люблю своего сына. Он ведет себя как бесенок. Но я все позволяю ему, потому что я так люблю его. Нет, если вы по-настоящему любите его, то убедитесь в том, что он понял, что неправ. Воспитание в любви. Иногда должны вы быть строгими. Иногда Господу приходится строго нас предупреждать и применять строгие методы воспитания. Но это всегда во благо нам. Дьявол использует слова, чтобы нас уничтожать изнутри. А Бог использует свои слова, чтобы созидать нас. И здесь Иисус проявляет строгость. Он говорит: «Ты нищ, и слеп, и наг». Они были слепы, потому что не имели духовного зрения. Иисус не говорил о физической слепоте. Он называл их слепыми, потому что они не видели духовной реальности. Они просто ее не видели. Вы не можете отличить добро от зла. Вы не можете отличить то, что от Бога, от того, что не от Бога. Они были не способны к духовному различию. И поэтому Иисус сказал им: «Вы слепы». Он назвал их нищими. Иисус имел в виду, что за ними не замечено добрых дел. Он не говорил здесь о деньгах. Он говорит здесь о добрых делах. Он сказал: «У вас нет сокровищ на небесах». Но вот что он имел в виду. Вы ничего не делаете для того, чтобы своим словом благовестие повлиять на людей. Он назвал их нищими, слепыми и нагими. Знаете, почему они были наги? Они не были покрыты Божьей благодатью. Они полагались на собственные силы. Наги означает, что они не входили в Божью силу. И после этого Иисус сказал им, что им нужны белые одежды. О чем Он говорит? Это говорит о святости.
Им нужны были белые одежды. Облекитесь в белые одежды. Снимите с себя ваши старые одежды. Не ходите нагими. У всех этих слов есть духовное назначение. Помажьте глаза вашей глазной мазью, чтобы вы могли видеть. Иначе говоря, позвольте Духу Моему открыть ваше разумение, открыть ваши глаза, чтобы вы увидели истину. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! И затем Иисус сказал: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Здесь речь идет об истинных небесных сокровищах. Я верю, что это письмо, это послание также может быть применено и к вам. Иисус обращался к церкви в Лаодикии, но Его слова также актуальны для нас сегодня. Многие места Писания могут быть применены и для нас, и я верю, что это место можно применить к современной церкви. Или к довольно большой ее части. Бог хочет разобраться с тем, о чем звучат наши проповеди. Когда вы в последний раз слышали проповедь о рае и аде? Когда вы в последний раз слышали проповедь о судном дне? Когда? Я проповедовал об этом только вчера. Я имею в виду не в наших эфирах. Итак, когда вы в последний раз слышали проповедь о рае и аде? А проповедь о дне суда? О том, что однажды каждый человек, мужчина или женщина, даст перед Богом отчет за свою жизнь. Когда вы об этом слышали в последний раз? Вы дадите Богу отчет о том, что вы использовали все то, что Он вам доверил. Я верю, что это послание проговорило в ваше сердце. Это слово проговорило и в моем сердце. Я верю, что мы должны анализировать, заглядывать внутрь себя и позволить Господу менять наши сердца и наш разум. Просите Духа Святого менять вас, преображать вас изнутри. Я молюсь, чтобы Бог произвел в ваше сердце свою огромную работу. Ведь чем больше вы позволяете Богу работать внутри вас, тем больше Он будет делать через вас. Попросим Бога совершать Его глубокий труд в наших сердцах. Может, вы далеки от Христа. Может, вы еще не познали Иисуса, и я хочу молиться, чтобы Господь вошел в ваше сердце. Пригласите Его. Господь Иисус, спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. Спасибо за то, что Ты воскрес в третий день. Я верю, что Ты Сын Божий. Я приглашаю Тебя войти в мое сердце. Спаси меня от моих грехов. Запиши мое имя в книге жизни. Прости меня. Если вы всем сердцем молились этой молитвой, Бог вошел в ваше сердце, простил ваши грехи, и теперь вы новое творение. Внутри вас Его жизнь. Я хочу молиться о тех, кому нужно Божье прикосновение. Бог Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твое прикосновение, за Твои чудеса, за Твое исцеление, за Твое присутствие, которое входит сейчас в дома к этим людям. Окружи их своим присутствием. Коснись своим огнем.
пусть они ревностно служат Тебе во славу Божью. Отец, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто нас смотрит. Во имя Иисуса, пусть Бог благословит вас сегодня, и пусть ваше сердце горит и пламенеет для Бога. Ищите Господа, пока можно найти Его. Поймите, что Бог благоволит к тем, кто Его ищет. Он за вас, а не против. Мы хотим молиться о ваших нуждах. Не забывайте присылать нам ваши молитвенные просьбы. We'll be right back.